И когда я прихожу на улицу Чайковского, я, как правило, еще захожу на вот этот участок улицы Римского-Корсакова, чтобы зафотографировать и даже снять на видео вот эти вот домики прелестные. Вот их сейчас начали реставрировать. Вот, приводить в божеский вид. Сейчас посмотрим, в каком состоянии они находятся. Вот этот дом уже реставрировали уже до неузнаваемости, до новодела. Полностью, в общем-то, покрыли новой шкурой. Вот, а вот этот дом, ну, пока еще. Тут вот зеленые стены, это еще от рейха нам досталось. Вот, но тем не менее, хоть их как-то забелили и открыли салон красоты. О, а тут дом культуры начали восстанавливать. Это же надо. Тут такая развалина была. О, это радует. Это радует. То есть занялись этим участком. Ну вот этот дом, вот в принципе, вот он практически почти в своей девственной, так сказать, девственном облике. Но крышу, черепицу поменяли, на новую немецкую сняли. Вот. Какую-то блестящую черепицу. А там черепицу тоже новую поставили, но не блестящую. Интересно. Здесь такая вот стройка. Классная.